Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Аноним. И, как я вам обещал, с новым скином. Ну что ж, сегодня, как всегда, у нас будет механизмы. И... Да, извиняюсь. И новые дома. И, кстати, сегодня я хочу присвятить видео архитектурству, извиняюсь. Ну что ж, будем снимать. Поехали. Так, сначала, как всегда, у нас вперед идут механизмы. Ну вот, давайте начнем. Так, сейчас я возьму ненужные мне предметы. Земля мне нужна. Маскировка. Так. Как всегда, липкий поршень, обыкновенный, рычаг, динамит. Хотя нет, динамит нам не надо. Лампа пока что тоже нам не надо. Ну, пожалуй, красный факел и кнопка и раздатчик. Ну, блокер сока мне пока что нам не надо. Так, делаем без палева. Вот так вот. Туда вниз ставим липкие поршни. Вот так вот. А, извиняюсь. Надо их еще соединить. Я даже забыл. Так. Ой, дорогие друзья, я забыл самое важное. Красный клей. Вот так вот, даже так сделать поудобнее. Вот так вот соединяем. И вот тут вот так вот соединяем. И все вот к этой точке. Идем. Ну, тут закрываем все. Дорогие друзья, я так подумала, то, что вы меня не слышите, так сделаю меньше звук в Майнкрафте. Даже вот так. Все. Теперь меня ничего не будет беспокоить. Так. И вот тут вот поставим наш рычаг. Все. Уже пока не дружно подождите. Чего-то тут нет. А, е-мое. Подождите. Делаем вот так вот, потому что я погибнул в сами. Все, вот теперь все чики-пуки. Можно так сказать. Теперь мне надо, чтобы было без палина. Вот так вот. Представьте, то, что горал. Горал такая вообще. И еще вот так вот. Ну да, вот это у нас работает. Хорошо работает. Так, теперь вот тут вот. Теперь вот тут вот поставим так, тоже два блока, даже так вот, три блока. И уже вот так вот тоже. Это, можно сказать, такая беспалевая скала. Вот так вот, и вот так. И вот тут у нас уже будет тоже вот так вот идти. А там уже как бы скала вот такая, там идет вот так вот, и вот так вот. Ну, в общем-то, не по-разному идет скала. Вот это у нас такая подходящая скала будет. Сейчас. Так вот. Все, вот так вот. И еще нам надо подсоединить вот этот вот. Вот эти два поршня. Подсоединить. Да, ну как? Если оно все находится в воздухе. А легко. Берем вот так вот. Потом вот так вот. Подсоединяем, в общем-то, все. Все это дело. Ну, вот это надо там. Вот так вот. Вот так. Потом можно вот так через верх.
вот так вот, чтобы не мешало проходу. И уже вот тут вот так. Соединяем. И вот так, чтобы было меньше беспалево. Так. Вот так. И идем уже всю линию рацепована. Вот к этой вот точке. Так, все, сами механизмы у нас уже сделают. Вот как видите. Уже были, ребят. Немного пять. Так, тут. И тут делаем тенку. А, может, мне надо продлить это? А что мне? Вот сюда. И, пожалуй, вот сюда подходите. Все. Теперь они работают. План такая уже. Друзья, у меня опять лагает. Что это такое? Ненавижу. Уже терпения нет. Берем вот так вот. Так, и пожалуй, вот тут вот мы берем. Ну все. Все. Так вот у нас идет. Все. Подождите, дорогие друзья, мы уже не правда поставили. Извиняюсь. Забыл то, что надо вот так вот делать. Извиняюсь, друзья. Извиняюсь. Все, теперь вот точно все должно пойти по-нормальному. Не то так. Что делать? Так, и давайте, пожалуй, как-то соединим эти рецептовые схемы. Вот. Все, вот у нас наш проход. Ну, кто хочет, может вот так вот даже заделать, чтобы никто ничего не увидел. Как у нас схема стоит. Но я думаю, то, что это ни к чему. Ну, вот самое главное, то, что мы это сделаем. Вот, здесь все работает, идеально работает. И даже тут можно так вот сделать. Вот, проход. Страшно лазить. Вот так. Ну, вот так вот. Такой вот проход. Как бы. Вот такой у нас красивый проходик. И вот тут. Открыли. Да, но как мы будем открывать этот проход? Откроем его. Так. А откроем его. Мы можем его вот тут вот так вот. Будем сказать, вот так вот закрыть. Вот. Вот так вот сделаем вот сделаем. Балактировать на вам. Смотрите, найдете поршень.
Сейчас я делаю, как говорят, это не очень сухо, но вот так. Теперь будем тоже как бы подсоединять эти редстоуны. Да, ну, когда говорят сейчас К, но даже я сейчас запутываюсь. Ну-ка, может вот так вот. И опять на всё. Так вот мы едем вверх. Не знаю, какой вот он. Вот так вот. Даже легче. А ну-ка. О, да, всё. Всё идеально работает. И главное, что без спальни. Так. Тут очень много. Ну что, что такое вот у нас механизм? Да. Видите, ну что, не так. Ну, кто-то бежит другой чек все-таки. Что? Стены без разницы. Ну что ж, вот такие вот у нас двери. И теперь, что же мы там еще? Вот, такая у нас дверь получилась. Прикольная, даже сказать. И как на всех остальных видео, они там какие-то такие сложные, что-то там задумываешь. Но скажу вам один маленький секрет. Я не знаю, как его строить, я только что придумываю. И только что придумываю эту дверь. Чисто придумываю. Я ее не делал, не изучал, не запоминал. А так сразу вам на видео делаю. Ну, правда говоря, это у меня как во всех видео сделано, так что если у вас что-то не получается, извиняюсь. Ну, можно даже так сказать. Должно все получиться, если вы будете делать точь-в-точь. Ну, лучше сначала надо потренироваться для тех, кто не знает, сначала надо потренироваться на плоских картах, как у меня вот. Я не хочу так сейчас делать вживую на этих, собственно, скалами там, с этими, со скалами, с биомами. А лучше так сразу на плоскую, а потом, как вы хорошенько научились, уже можно переходить, искать гору, подходящую вам в биомах. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был Анонин. И ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии. Всем удачи и всем пока.